ты говоришь вместо меня. Да, я поняла. Маленькой Ирине Калузановой всего 3 дня от роду, но она уже громко и уверенно заявляет о себе. Девочка родилась 9 января, в первые дни Нового года. Имя для ребенка придумали заранее, решали всей большой дружной семьей. У нас еще 2 дочки есть, Алена и Настя. А почему решили именно Ириной назвать? Не знаю, долго думали. Хотелось какое-нибудь имя такое необычное. Сейчас такими именами уже не называют. Ирина с мамой готовится к выписке, а эта малышка только родилась. Всего в первые дни 2016 года в Зареченском перинатальном центре увидели свет 24 младенца. Один ребенок родился утром 1 января. За новогодние каникулы врачи акушерского отделения приняли 20 детей – 10 мальчиков и 10 девочек. Специалисты говорят, такое количество новорожденных – прекрасное начало Нового года и продолжение успеха прошлого. Прошлый год у нас был, мы считаем, очень успешный за... Все время, пока здесь работаю, и вообще за очень долгий период, возможно, даже вообще за все время существования Заречного, у нас было самое большое количество родов. То есть всего за год прошло 824, родилось на свет новорожденных. Врачи надеются, что в наступившем 2016 году этот рекорд будет побит. И в перинатальном центре готовы помочь всем малышам родиться на свет. Ксения Тризна, Светлана Гордеева, телерадио, компания «Заречный».